Доброго всем времени суток, с вами Артём, играем игру мы BAS16. И мы продолжаем проходить. Давайте попробуем сегодня чисто ночные рейсы поделать. Посмотрим, каково это ночью есть тут. Есть, нету народа. Вот стойте. Стоять. Блин, нет, ты если нажмешь на газ. Не, он заводится очень тихо. Так, ладно. Так, ребят, прошу. Блин. Ребят, пришлось перезаходить на уровень по той самой причине, потому что что-то трафик не работал. Он почему-то в настройках автоматически выключился. Пришлось перезаходить. Так, и вот он появился. И заскочили на бордюр. Ладно. Так, едем дальше. Не будем. Ладно, это был желтый. Так. А в автобусе почему-то темно. Такс. Давай. Нет, дальнего нету. Подождите. В смысле ты на аварийке? Окей. А нас еще и штрафанули. Видимо, что-то случилось, они на аварийке стоят оба. Такс. Чё к чему, конечно, я не понял, они на аварийке стоят. Конечно, от остановки прям далеко-далеко. Друг от друга. Прям пешком дойти невозможно. Такс. Так, стоим, ждем. Ну, еще один на аварийке. Так. Сюда. Да уж. Чё это с трафиком, фиг пойми. Ну чё, он вдруг становится на аварийку-то?
Еще один новый рик встал. Чё к чему? Так, ну где же следующая остановка? Такс. Да уж, вот это прикол. Так, здесь мы без поворотников. Опа, подлетели. Такс. А, нет, номер 135-м номер маршрута. Такс. Да, меня, конечно, прокаут у остановки за 3-9 земель, то они друг прям напротив друга. На речку. Такс. И газуем, пока зеленый. Шух. Да, ночь краска, конечно, такой себе. Опять новая краска. Ну, какая там. О! Давайте днем. Таксы по газам. Сразу же. Трафиком тут немного, могу вам сказать. Тормозим. Два пассажира все на все. Такс. Последнюю минуту нажали требования об остановке, конечно же. Ну, как видели, телепортнулась. Такс. Все, стоим. Ожидаем. Поехали, Тим. Мама приехала. Мама приехала. А, ребят, прошу прощения, тут были небольшие неполадки. Продолжаем записывать.
Так, сам фига открывать эти двери, когда мог чисто переднюю, чтобы они все вперед зашли. Больше требований об остановке не было. Так, по газам. Так. Сейчас интересно, будет, не будет требования. Будет. Так. Так. Три зашли, три вышли. Так, сгазуем отсюда. Ну, чувак вписался. Ну, блин, думал, уже не будет требований. Так, чё, все в переднюю пошли? Да. Так. Потихоньку, не люблю такие светофоры. Чё там? Вот так вот остановимся. Все, газуем. Ух, как кто-то гоняет там за окном. Требования об остановке уже нажали. Так, чувак, ну ты чё тащишься? Так. Ух, блин, что вообще происходит, ребят? Понять что-то не могу. Так, сгазуем. Газуем. Шух. И оттормаживаемся. Все, последняя остановка. Такс, прошу прощения. И все, мы приехали. Так, у нас там что с фигом вышло. Да, мы можем открыть автобус. Так, тут у нас ничего. Ну, давайте типа порядку, думаю, вот, давайте посмотрим вообще, какой транспорт есть. Вот такой весь ржавый автобус. Маршрутка. Такси. Вот такой автобусик. Гоночная машинка. Автобус, двухэтажный автобус. А вот такой автобус, маршрутка. Еще один двухэтажный автобус. Еще какой-то автобус. Еще одно такси. О, гармошка. Машинка. О, удлиненный межгородской. Автобус будущего, гармошка. Еще один двухэтажный.
старенький. О, нифига, я такую модель не знаю. Ух ты, еще одну забыл как модель. Мини-автобусик. О, наподобие Урал, так американский. Грузовичок, не знаю даже, что мы на нем перевозить будем. Школьный автобус. О, Порш. Вот такой автобус. Автобус будущего, гармошка. Вот такой еще. Дорогая машинка. О, маршрутка компании Мерс. Еще один черный Порш. Мерседес. Так, там, по-моему, на нем шашечки же. Да, шашечки. Скания. Гармошка. Вот такой автобус. Межгород двухэтажный. О, американский старый автобус. Еще один автобус. Похоже, вот эти два на скановские. О, этот я тоже не знаю, что за модель. Мелкий еще один автобусик. Ух ты. Прикольный. Этот тоже похож на автобус будущего. Этот сильно тоже похож на скановский. О, автобус, гармошка с двумя секциями. Скания. Микроавтобус у нас тут. О, еще один автобус с тремя секциями. Не знаю, как мы на них будем ездить. Вот такая маршрутка, как я понимаю. Еще один автобус. Вот еще один с тремя секциями автобус идет. Двухэтажный. Ух ты. И вот это последний, ребята, автобус. Да уж, это прикольно. Так, ладно, давайте-ка быстро пролистнем до наших автобусов. Ну, говорю, тут 52 автобуса, а мы так на одном даже еще не закончили кататься. Так что как-то так вот, это надолго. Такс, листаем. Так, вообще, вот. Второй автобус, и вот первый. Ну, нам на первом еще надо открыть два. И хотя бы пройти 2-3 уровня. То есть 2-3 уровня пройти. А сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять. 5 локаций. Ну, неплохо. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Всем пока.